клуба. Зенит пока, да, наверное, сильнее, как 90-е годы был сильнее всех Спартак, вот и все. Ага. То есть мы можем сравнить 90-е и Спартака? Мы не можем сравнивать 90-е и сейчас, вот нынешнее время, потому что это разное время и эпохи, но в то время доминировал Спартак, в это время доминирует Зенит. Угу. Ну, вы же понимаете, что должно случиться, чтобы эта гегемония, Ну, гегемония Спартака закончилась. Да. Я думаю, и придет время, и гегемония Зенита может закончиться. Придут другие команды. Ну, я только хочу пожелать Зениту, если, конечно, вы не вырежете то, что... Я вас никогда не вырезаю. Он не останавливался и все время каждый год становился чемпионом. Ну,